Прыгни. Блядь! Бля, как комета улетел. Я на тебе застрял? Да. Где я на тебе застрял? Ты, блядь, меня, я двинуться не могу. Я тоже застрял! Доржался нам? О, нахуй. Чё? Я застрял! Подожди, а почему я... А, во, фу, всё. Кстати, лифт съебался у нас. Hello? Есть кто-нибудь? У тебя тоже такой эффект размазывания здесь есть? Хаза, я вижу. Слышь? Ну что, в космосе ебать? Да. Ты слушай, я чё, да как, извини, нихера. Ты чё, блядь, охерел, что ли? Отвали! Значит, в другую дверь ты первый пойдёшь. Блядь. Ты чё там встал, слышь? Нет, ну-ка нет. Сюда иди. Не работает? Нужен инструмент, чтобы... Блять. А вот что-то. Ебаная дверь. Что это? You need help. In the cold. Хуйня. Короче, инженер. Бля. Пугают двери, да, здесь? Бля, нахуй. Ебаный, я туда не пойду, нахуй. Что темновато, больно. Ну туда нам нужно идти, блять. Я пошел дальше. Иди, отойди от меня. Слышь? Ой. Сзади, сзади, посмотри. Опа! Видишь, какой там. Видишь, какой там проход такой, видишь, полосы не закрытый. Сам смотри. О, нам вот это надо, кстати. Я видел дырки там. Дырки? Угу. Типа дверь не работает. Блин, двери так закрываются стрёмно. Айфор. Погоди, отойди, чувак. Айфронт. Он не может ставить это. Или сделать это. Почему? Может, их последовательно ставить надо? Ёбаные двери. Отвечаю. Вот сюда как-то попасть можно. Можно, иди сюда. Вот. Да. Ой. Блять! Чисто этот люк тоже не. Нет, а, нет. Тут еще одна дверь, слышь, была, точно. Ну вот, тут да. Их тут. Так, здесь. Первый. Мы... Первый, давай. Ты первый. О, костюм! Вот ключ нужен. А костюм закрыт тут. Что-то происходит, у тебя лагает что-то. Пошли. Слышь? Ну ладно, оставайся там. У меня какая-то карточка тупая, блядь. Почему? Не знаю. Е нажми. Нажимаю. У меня пин 5. Алло, нормально. А ты у меня 70. Ты где? Я в генератор. Ну где эти светящиеся херни стояли? Ага. Не тут, а вот. Так, я вроде их вставил все. Ты видишь еще одну без этого, без ставки? А вот вижу одну. Чё? Иди нахер! Что это было? Кто это сейчас сказал? Это ты, Ярик, призывайся. Здесь мы были.
Может, нам туда нужно возвращаться обратно? А, может быть. Нужен инструмент. Уверен, что здесь это будет? Ну, скорее всего. Ну, это, там еще двери были же. Ну да. Ты слышал? Я слышал дверь закрывающуюся. А я слышал... Кое-что что-то стучит. Может, там уходим? Иди первый. Я ходил первый. Иди первый. Нихуя, я туда не пойду, там красная кнопка. А. Локет закрыто. Слава богу, идем отсюда, короче, все. Она закрыта, все, нам не нужно туда идти. Раз. Лучше уходим отсюда. Пока нам жопу не разодрали. Может, мы что-то пропустили? Может, где-то в этих кабинках что-то есть? Блять, я застыл. Шик, блять, лучше близко к другу не подходить. По крайней мере, вписить. Может мы... А, нет, ну мы все уставили вроде. Вот здесь освещение зато есть. Ну так мы генератор какой-то запитали. Здесь закрыто. Может здесь что-то? Нужен инструмент, чтобы вот этот открыть. Решетку можно снять как-то. И по вентиляции, скорее всего, туда выбраться. Вот может, здесь мы... может что-то есть. Может мы что-то пропустили? Мы не можем перепрыгнуть. Это как раз через вентиляцию допустим. Да, я понял с вашей карточки. А во, на компе надо было, слышь? На компе? Угу. Ага, обязательно. Это скафандр. Мне кажется, нам потом понадобится. И что мы сделали с компом? А, погоди, может, с помощью компа мы отблокировали ту дверь, которая внизу была? Красная. Красная. Которая там, да, на кухне была. Может нам туда теперь? Ну, мне холодно, блядь. Пиздец, как теперь. Не, она закрыта. Да. Нет. Что это за музыка у тебя? Не знаю. Ну, дверь открылась, я туда первый не пойду, а я ходил много раз первый, значит, идешь ты. Почему я? Потому что все логично. Логика помогает. Иди нахер. Где он? Я не вижу ничего. Возьми логик на столе. А он там где-то. Я попал по нему. О, я взял. Выходи, выходи оттуда, выходи оттуда. Я убил его. Фух, у меня есть оружие. Фух. Там как краб пулебас тут. Бей его! Бей его! Бей, бей, бей! Красавчик! Твою мать! Че он там делал? Сал в лифте, что ли? Уйди нафиг! Он тут поссал. А мы сюда лезем. Иди нахер! Ты видел это? Не. Там мужик, там какая-то херня стояла, вот так вот руки вверх поднявши. Между дверьми вот тут. Блять, ну я музыка. Я никого не пою. Ну музыка мне вообще не нравится. Ну тогда ты идешь первый. Раз ты такой бесстрашный. Куда идем? Сюда идем куда? Да. Ту решетку надо сломать. Давай, иди первый бесстрашный. Мне кажется, тут кроме зомбиков еще кто-нибудь полюбас. Куда?
Блять. Че это было? У тебя рука давай... здесь торчит. Сюда лезь, рука. Блять, без фонарика стрёмный иногда. Выруби эту хуйню. Блять, мне пальцы вспотели. В принципе, мы можем сейчас сюда пройти, по сути. Нам как раз сюда и нужно. Ёб твою, чё это такое? А вот сейчас здесь, если кто-то будет. Может, какой-то тихо, из них. Тихо, тихо. О, во, открытый. Так. Тихо, ты слышишь? Это топ где-то за стеной. Да-да-да. О, блин! Чё это было? Ты слышал, видел? Видел. Ты слышал это? Да, это хуйня такая маленькая, блядь. Это не она, она не издает таких звуков, понимаешь, в чем прикол? Эту маленькую херню от краба я знаю. Это не она такие звуки может издавать только. Не она? Нет. Может какая-то ведьма? Ой. Какая нахер ведьма? Ну если ты ведьма, то может быть. Не, я не ведьма. Погнали, значит, там может дверь починить ту надо. Блять, ты видишь это? Это резак. Это твой резак был? Да. Значит, мне зеркало вон то не это нет, не внушает доверия. Я лучше спиной к нему подойду. Да давай, так мне интересно, такая спина нахер. Там так... что-то написано, кстати. Бля. Толчок. Что-то здесь в толчках по-любому. Ты что-нибудь нашел? Бля! Бля! Ты чё, блядь, пугаешь? Аптечка. Тебе нужна аптечка? С собой хочешь взять? Да нет, здесь никого, там повесился. Давай с собой возьмем аптечку. А куда нам? Ну, пошли попробуем туда. Там еще одна дверь посерединке была. Еврей, мне кто-то скажет. Но я не буду подумать. Мне мурашки. Чё ты? Мне мурашки. Угу. Мы ключ знаем. Не так код надо найти. Давай птичку здесь ставим. А где код можно найти? Ну в какую еще мы сторону не ходили с тобой? Туда мы ходили, туда мы тоже ходили. Мне кажется, где-то тут написано, потому что там. Там начало было. Значит, где-то только тут. В холодильнике так темно, что там хер чё увидишь. Блять, твою мать. Да буду, отстань. 18.73. Нахер, это зеркало, я больше ничего смотреть не буду. Блин, главный пёс, подошли, все нормально было, да? Сука. Да кто у тебя кто-то там это? Чё? Этого не было здесь, флипит. И она только что при нас появилась. Так, 18. Чё? 73. 30. Верно? Попробуй ты набери, может у меня не получится. Может что-то неправильно? Флип ит. Что значит флипит? Не flip. Знаю. Я не отвечаю. А может наоборот надо написать? Сколько там было? 18.73? Может быть. 30. 73.18.
О, наоборот надо было. Флипит наоборот, значит. Come to us. Come to us. Нет, спасибо. Я пошел домой. Слушай, что-то мне там не нравится. Оттуда кто-то говорит. Давай птичку. И там темно. Это лифт. Понимаешь, это еще ниже. Что? Да-да, это еще ниже. Не, я вверх. Да сам бы. Ебануть! Слышь? Чё? Вот это хуета, мы на этой хуете? Да, мы на станции. Станция как там? Свобода? Не знаю, я не хочу знать, кто это говорил даже. Но мы спускаемся, я дойду подальше откуда. Расслабился? Я не думал, что сейчас кто-то неожиданно так... Алло. А ты куда ушел? Ты что? Да. В комнате. Вот куда ты выходил сейчас? В той комнате. Ты в этой комнате? Вот тут? Где этот стоит лифт такой? Ну, машинка такая стоит еще. Сука, так разогнаться, мудак, по кругу езжи. Пиздата, блин. Ты это слышишь звук, да? Я знаю, кто это уже, блин. Кто? Если Half-Life играл ты? Ну? Помнишь, блядь, летающих тварей? Таких пауков с крыльями. А где хочешь, они? Хочешь угарнуть с это? А где они? Хочешь сделать, погоди, график как в это, как комикс такую небольшую? Ну? Нажми это Q. Ну? Постобработка. Ну? И шейдеры. Белый такой будет. Подожди, постобработка. А где? А, во! Там белый будет и резкость. И будет, знаешь, такая комиксная графика чуть-чуть. Резкость? Да, резкость включаешь и пост это. И оператор с беля, что ли, что такое, короче. Нашел? Наркотик! Я отключил. Отключил? Да, садись. Зачем? Поехали. Поехали. Я взял с собой этот. Хочешь, нажми кью, короче, выбери текстуризации. Кого? Текстуризации выбери. Чё это уебалось? Да, это просто. Текстуризация, ну. И там выбери вот разноцветный, блин. Нахуеешь. О, 3D. Чё-то мне вообще это не нравится больше. Чё за хуйня, слышь, погоди. Чё это было? Не знаю. Это ты так сильно топаешь, что ли? Ну, походу, нам пизда сейчас будет. Мне не нравится то, что тихо. Мигает. Фонарик, блядь, неужели нахуй? О боже, боже мой, не туда не пойду. У нас есть фонарик. Прикинь, без фонаря у тебя нет крови, это? То есть с фонарем у тебя есть кровь, то лица без фонаря нету. Ну, сука, когда... магия. Да. Фонарь очищающий, омолаживающий. Фонарь омоложения, блядь. Сука. Мать твою. Слышь, тут кровь, блядь, имеет вообще. Да это кровь. Сюда нужна карта. Туда мы не пройдем. Я туда вообще не горю желанием пройти. Че это нахуй пошел, шапу? Ты не запомнил, что он сказал? Ну, то ли он тут, или что-то такое, или следит за нами. О, клетка. Я вижу, там питомец сидит. Мертвый. Дай ему по башке, нахуй, чтобы он обратно лег. Подожди, это отвлекающий маневр. Блять. Пизди, вон. Да пошел нахуй, блять. Ты чё, блять, а нахуй? Он меня уебал, пидор. Аптечка где-то у нас, пошли под это, под зарядник. Там 10 хп снял. Ладно, пошли дальше, то чё. Мне кажется, это штука, там птичка, слышишь, внизу? Бля, чё это было? Чё это нахуй? Слышишь? Я убил его, убил.
Сука, че с фонариком ебаным? Братан, там аптечка за этой хуйней. Мне кажется, сейчас будет какая-то хохма там. Не зря там кровь. Блять, я нечаянно взял. Ну ладно, тут тебе в этом. О, вот ключ-карта. Так, охраняй меня, я несу ключ-карту. Ебаный фонарь. Хули он не работает? Он китайский по-любому. Он в китайском магазине купили. Блять, бежать. Я пойду возьму себе аптечку. Давай. Я без тебя туда не пойду, нахуй. Ну пошли. Тут дверь, блядь, открылась. Блять, сука, он там, блядь. Сука, он меня ударил. Он меня ударил. Мне кто-то звонит в скайп. Блять. Мы заняты, у нас тут это. Покатушки, блядь. У тебя сколько хп, погоди? 89. Возьми тогда мне побольше. Блять! Что? Пизди его нахуй! Ты чё, блядь, пацак? Пизди чё, его сам! Семки что ли, нахуй? Ебать. Слабак, неудачник, иди ползай в канализации. Блять, чё? Чё? Где? Вот, прямо, вот! Не вижу, сука! Вот! Еще мой фонарик, включился. Ты выключи фонарик, посмотри, как это выглядит без фонаря. Когда у тебя фонарик есть, а у меня нет. Потолок, блядь, светит. Вот, блядь. Я видел. Почему-то он как-то странно светит. Смотри, иди сюда. Смотри, он такой типа, ну все, пропало дело. Видишь, как руки расставил, типа, ну все. Ну, блядь, так. Ну, блядь, не, он из крика говорил, ваза. Пацаны, ваза. А мы тут были, слышишь? А мы вообще не туда пришли. А в ту сторону. Какую? Вот сюда. Ну да. Он отсюда пришел, кстати. Блять, сука. Давай. Пизди, вот так. Вот ты разорё. Он прыгает, пидорас. Ну естественно, это же с халфы. Мудак. Халфлайский мудак. Я не хочу даже на потолок смотреть. Там трубы. Там не страшно, давай. Погнали. Там труп валяется один. Блять, что за звук? Пацан, ты же не встанешь, на? Только не говори, что нам нужно туда вниз прыгать. Да, еще как, блядь, там лестница, нахуй. Лестница, что ли, лестница как-нибудь, что ли? Да, короче, хуй с ним. Подвинься, блядь. Я застрял! Ты упал. Ты там один, да? Тихо. Успокойся. Блять, да чё нахуй? Там кровь, видишь, топает кровь. У меня не палит на весь экран. Чё? Это он, блядь! Беги нахуй! Беги! Надо включать эти панели. Панели ищи на столбах срочно. Блять! Там пугаешь меня. Ничего не вижу, блядь. Да иди ты нахер! Надо все панели включить. Я понял. Это я. Блин! Я уже все, я уже напугался, блин, я уже все. У меня 8 хп, меня это пугает больше. А, это хп! Я убил он. Он меня убил! Ищи рычаги сраные. Я встал. Где? Ищи эти кнопки сраные. Все, что случилось? Где дверь? Беги нахуй! Давай, вставай нахуй! Сука, ебаный мудак. Он меня убил разочек. А я как бы уже все. Мне кажется, надо обратно. Меня больше не он пугал, а то, что у меня хп тратилось, понимаешь? Сука! У меня соседи сейчас будут думать, блин, какого хуя он орёт, блин, не бьёт! Ой.
Стой, мужик. Ладно, я пойду так. Пока. О! ХП, блядь! А! Ты на рельсе, ты на электрические рельсы встал, естественно, блядь. Меня раздавило. Не вставай на рельсы, да. Я по краю иду, а ты по рельсам, красавчик. А ты где вообще? Я на спавне. Вообще на самом спавнишь? Да. Нихуя тебя тепнуло. Я еду вверх. О-оу. О-оу, я не еду вверх, лифт сломался. Кто-то плачет. Не надо. Спасите. Пацан, а ты где сейчас? Я в лифте застрял. Блять. Все, поехал. Я поехал. Встречай меня. Я в центре. Где эта херня крутящаяся? Ты где? Ты где, чувак? А я... А вот я. Я в лифте застрял, там кто-то плакал. Да? Это тёлка плакала. Мне кажется, нам нужен скафандр теперь. Мне кажется, нам нужно ее трахнуть. Вот это поворот! А если у нее лицо как у ведьмы? Сука! Че это было, нахуй? Это какая-то псина видела, блин. Ну я не очень так испугался. Мне уже этот звук из Outlast вообще не пугает. Зато я спереди шел, и это был нежданчик. О, ты видишь, он в крови. А! Это, короче, это... Сука, где омолаживающий фонарик? Он заблали, слышь? Фонарик омоложения, нахуй. Я тоже хочу себе! Ты себе взял, мудак. У меня есть костюм? Ну, на тебе, да. Ты так же, как я, сейчас выглядишь. А, нормально. Давай первый, иди. Я не знал, короче. Поскольку ты нас не боишься, теперь иди первый. Давай, иди. Там нет ничего страшного, по-любому. Уверен? Не знаю. Я так сказал, чтобы успокоить тебя. Да здесь никого не будет, здесь как бы спаун. Он нам говорит, что нам надо наверх. О, блядь, сука. Бля, меня больше убил тот мудак с зеркала, который вылез. Питарас. А меня вот это ебало, блядь. Первый раз, когда оно появилось? Да. Так, надо включить. Ебать. Вау, нихуя. Ты где? Я улетел нахуй в космос. Нажми там на кнопочку. Ты на какой нажал? На off или off cube там? Во нахуй. Надо чинить эти панели. Одну починил. Я улетел. Какого хуя я улетел так далеко? Привет, пацан. Надо чинить вот эти хуйни, я так понял. Я падаю! Какого хрена я падаю? Я тебе сейчас увеличу гравитацию, подожди. Летишь? Наверх летишь? Да. Скажешь, когда хватит, все? Хе-хе-хе-хе-хе! Хватит! Я убавил. На платформу целись, все, мы вниз падаем вниз. Слышь? А? Если вот эти пидорасы, пауки. Я видел. Слушай, ты паук, ты чё нахуй? Крутой самый, типа. Ты чё нахуй? Ты чё, блядь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты давай не падай. Если чё, кричи, я включу гравик. Меня дует, короче, меня дует. В смысле, тебя дует? Do it and do it. Ты где вообще дует? Да вот я, сзади тебя. Ныряем, давай, на счет три. Раз, куда два, три. Куда ныряем? Туда. Блядь, пауки. Пауки, блядь, ау. А я их перелетел просто. Ой, я вернулся обратно сюда, прикинь. На эту платформу. Я тоже хочу. Подожди, нам нужно на эту платформу вернуться. Нам наверх надо вообще-то. Вот сюда вот. Куда? Блин, видишь, там еще недостроенные херти. А, еще? А, вот они, да.
Фух, ну тут еще более-менее адекватно. Но вот эта морда, блин, когда она появлялась, блин, сначала, вот реально, первый момент... О, еще одно вылезло. За тебя он... Ты че, мразь, вообще охуела, блядь. Звездный десант, ебать. Мы вернулись на... О, блядь, сука, у меня чуть не скинул этот летунок ёбаный. Да? А они когда бьют, они отталкивают тебя. Так, я с этой стороны починил. Ты стой чинишь, нет? Да-да-да-да-да. Да, блядь! А ты мог не прыгать, ты можешь просто между ним переходить. Ага, хер ты, там, блядь! Ты в проем-то не вставай, надо было до конца идти. Я застрял в проеме был! Я включил гравитацию. Блядь, сейчас увеличу. О, я вижу что-то там внизу. А, это паук. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, куда я застрял? Я гравитацию увеличил. Что-то ты улетел, брат. Ну я падаю снова. Че, опять увеличить? Да, я упал. Давай быстрей! Здорово, блядь. Эй, космонавт. Слышь? А. Ты как? Пролетал мимо тоже, да? Целься давай, сейчас будем прыгать. Готов? Давай. А, блять, жук, у меня оружия нету в руках, У меня убьют сейчас. У меня 10 хп, прикинь. У меня 50. А у меня 10. Так, я наверх летаю. Потихонечку. Ой-ой-ой-ой, я что в косу? Я что, улетаю? Блять, я улетел. А, у меня жук пиздит. Вижу тебя там. Помогите, блядь. Ау, я задыхаюсь. Сука. Я улетел, блядь. Не сильно. Блядь! Охуеть, не сильно, да? Сука, блядь, ты заебался. Метеорит, блядь, упал на землю. Ты где там, метеорит ходячий? Не знаю, валяюсь. Ты оживись, нажми на кнопку. А, вот. Наверх прыгай. Земля в иллюминаторе, Оп. Вот, видишь, я спокойно прохожу. Ты просто снылся в проеме, блядь. Не застрял в проеме. Я починил. Что теперь? А, куда я улетел? Стой! Даже не вздумай туда лететь, пидор. Так. Ты где? Я в этот, в обратном модуль возвращаюсь тут. Откуда мы вылетели изначально? Что, блядь? Твою мать! Чё? Пидорас этот... Прилетело. Ты вниз упал, что ли? Не, этот пидорас прилетел. То он там где-то летает. Стой сюда, закрывай. Вот говно. О, это что такое? А этого не было. Это от... Да. Это корабль улетать отсюда? Мы вам прошли. Да. Там каких-то три карты, там три одинаковых карты. Может, там следующая часть есть? А вон тот жук, слышал, который гнался за нами? Да.